Хорошо, а если мы вот возьмем весь, условно говоря, на сегодняшний день послужной список, фильмографию, там, вот какой ролью больше всего вы гордитесь и какую вы бы, ну вот если бы можно было, понятно, переписать жизнь, отказались бы и не сыграли? Ой, скажу опять, наверное, как вы сами говорите, так немножко банально, примитивно. Даже в самую незначительную роль ты вкладываешь и сердце, и душу, и энергию, и время, и какие-то надежды. Ты приходишь, ты учишь текст, ты гримируешься, ты пытаешься найти общий контакт с режиссером, с группой, с актерами, с коллегами, с партнерами. Ты пытаешься что-то сделать, созидать, созидательное что-то. И что-то получилось, что-то нет. Но отказываться я ни от чего не хочу, и переделывать, и переписывать тоже. То есть прям вот ни за что никогда не было, ну, может быть, не точное слово, но тем не менее, вот стыдно. Ну, понимаете, и давайте тогда так. Я начал сниматься с 31 года, первый раз в кино я попал в 31 год. Там около сотни, я не считаю, но, как мне говорит директор, да, много, да, 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 каждый день. И если бы у меня сейчас был список, я, может быть, вспомнил. Я не помню, даже если вы меня будете пытать. Я, правда, не помню, что было полгода назад. Нет такого, допустим, ощущения, что вот, ну, вот надо было все-таки не в 31, а раньше начать. Уже, допустим, конечно, уже сейчас же Ромео не сыграешь. Конечно, уже, конечно, да, вот конечно, после конечно, 20, там, 3, конечно. 25. Я, ну, видите, опять же, позднее, как бы, такое, позднее, как сказать, хотя... Может быть, и хорошо. Я знаю много людей, которые в 20 начинали очень сильно, а к 35 уже сдулись. У всех голова воспринимает действительность по-разному. Я уже был, много чего увидел, много чего испытал, пережил, много чего было в жизни. И мне там роль та или та, так сильно я не падал в обморок, не получив ее, или наоборот, получив. Я понимал, что приоритеты в жизни все равно более важные есть. Все равно это игра. Ну, а поэтому, конечно, отчасти жалею. Наверное, было бы лучше, если бы я начал в 20, было бы 200 уже, понимаете. Хорошо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».